Что будет с теми, кто не поставит лайк и не подпишется? И всем удачи, и всем пока. Сейчас... Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Скромник, Стаканчик, Даниэль, Секрет, King on Fire. Как всегда, очень много подписчиков, пацаны, скажите крутые слова. Всем привет. Всем привет. Салам алейкум. Кто хочет сами записывать, вы видите сюда новеньких людей, заходите в наш Дискорд и можете сами записать крутые ролики, ссылочка в описании. Сегодня у нас очень классная рубрика, потому что мы будем записывать прятки. Давно у нас не было этой рубрики, где-то недели 3. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а пацаны уже могут разбегаться. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Стараемся поднять у людей настроение, тем самым продлеваем жизнь. Кстати, я знаю, что здесь кто-то ныкается, я даже видел, как кто-то здесь пролетал. Но, значит, мне показалось, это было в другой серии. Это где? А я иду к вам. Я даже могу вам музыку включить. Кто, я увидел тебя? До свидания. Увидел меня? Я, кстати, могу тпхаться. Почему я это... О, а тут что, какой-то секрет есть? Давайте погодим. Бабка Гренни. Бабка Гренни идет. Очень темно, ребята. Извиняюсь за темноту. Но так должно быть. О, музычка заиграла. Но? Не музычка, а звуки страшные. Звуки очень страшные. Рекомендую этот, кто боится, перекреститься 3 раза. А кто, кому поднимает наши ролики настроение, напишите очень какой-то креативный комментарий, я его обязательно вставлю в ролик. Даже какой-то смешной анекдот, обязательно, даже пусть будет длинный. Ctrl-C, Ctrl-V рулит. А вот у меня вопрос, я один сейчас перекрестился? Это не поможет. Ой, меня током бьет. Вы знаете, что здесь забор, который электрический? А, я уже помол. Дима, я могу? Я могу. Я дам тебе подсказку. Я вижу тебя сверху вниз. Зря ты это сказал. Черт, я умер. Но это не считается. Надо, чтоб я убил. Я наверху, а ты внизу. Я из окна вижу всех. Блин, значит, надо брать другого персонажа. Бабка Гренни здесь не в силах. Ничего не может нам помочь. А, это читерский. О, FNAF 6, вот из кого надо брать пример. А я иду, иду, пацанчиков мочить, детишек веселить. Что-то там еще делать. Тебя опять убил. Так, ребят, давайте отсюда посмотрим. Мне кажется, это самый лучший обзор, который может быть. Внимательно чекаем, невидимый, не могу я вставать. Я нашел новичку. Ля-ля-ля-ля-ля. Подальше камеру сделаем. Да что ж. А что ты хочешь сделать? Да я хочу дать сигнальный знак. Опа, 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 ребята, я увидел его. Я его увидел. Ты думаешь, так от меня скрыться можно? Ты меня не поймаешь, ты меня не поймаешь. Я скрылся. Если я захочу тебя поймать, я это сделаю. Эй, жопник, вылазь. Я надеялся, что я быстро пацанов найду. Но у меня не получается это сделать. Это очень сложно. Хорошо, ускоряемся. Что за кабака летает? Так, давайте здесь посмотрим. О, привет! Блин, кабака вонючая. Я должен тебя убить. Я должен тебя убить. Не убьешь. Не догонишь, не догонишь. У меня есть очень быстрая аниматроника. Отлично. Со мной уже один челик ищет. Так, кого-то я увидел здесь еще. Видел, видел, я реально видел. Не идешь. Вот, вижу еще собачку одну. А, брать аниматроников FNAF 6, которые бьют, только надо прицелившись. Что было по-честному. А что я тороплюсь? Я ж могу на расстоянии его замочить. Ты чё, офигел? Ты меня по пузу стрельнул какой-то кабакой. Вижу, 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 бежит. Так, надо, знаете что, их немножечко потроллить. У нас же есть убийца.
Вам этот звук по всей карте распространяется, или как оно вообще? Да. Представьте, я туду уже к тебе, я вижу. Ах ты, блин, это какой-то говна, кусок медленно дамажит очень. Я не знаю, что делать. Тебе. Слышь, ты чё летаешь? Хватит. Так, 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 продвигаемся, продвигаемся. Так прикольная серия получается. Все очень креативно. Я так понимаю, я их не могу найти. Значит, надо брать более жесткого пацана. Я у тебя прям на виду стою. Нас, ты меня не найдешь никогда. Я взял такого челика, которого невозможно убежать. Он знает все и везде одновременно. Там мне даже убегать не нужно. Да. Зря ты так легкомысленно относишься к своей жизни. Удачи тебе. Так, с кого же начнем? О, кстати, вот тут по-любому кто-то сидит. Зная скромника. Правильно, скромник же с нами там. Читерский челик сидит. Зная его. Кто стреляет? Привет. Где? Так, заметил одного челика, как же его убить? Как же его убить? Да кто фоткает? Ты что, лопнул? Меня кто-то фоткает. А я знал, где он сидит, King of Fire, молодец. Дальше кто? Опа! Успел. Это нечестно. Как это нечестно? А чё нечестно? Я не через стену, я конкретно знал, где ты, поэтому я и нажал там удар. И ты сначала был на чердаке, а потом по лестнице спустился ниже, правильно? Ты сидел там, где крыша. Я залез, посмотрел, ты там сидишь. Я не знаю, как ты меня не увидел, это очень удивительно. Ты когда увидишь запись, ты офигеешь, что я просто перед тобой был. Эй, ты хватит, я тебя сейчас сожру. А, я не могу есть эту штуку. Я не могу урона носить ей. Димас, ты меня вообще не найдешь, я такую нычку хорошую нашел. Когда человек такое говорит, я его нахожу обычно первым. Димас, я в таком легком месте, ты должен был меня уже 1000 раз увидеть. А все, я ускоряюсь. Я включаю максимальное ускорение. Во-во-во-во-во, надо знаете где посмотреть? Ну-ка, будь внимательным, очень внимательным. Димас, жди, ты сейчас умрешь. А что ты делаешь? А что ты делаешь? Подожди, сейчас. Ты что, офигел? Ах ты! Почему Димас еще не умер? Где он? Так, мне надо найти скромника. Я хочу это сделать реально своими силами. Ты меня вообще не найдешь уже. А, я извиняюсь. Не найду я тебя вообще? Говорю, да. Дай подсказку, ты в помещении или на улице? На улице. Все, понял, вопросов не имею. Надо быть очень внимательным, чтобы тебя найти. Я знаю тебя, ты настолько хитрый. Короче, много розеток и много деревьев. Подожди, я только что кое-что видел. Так, так, так. Видишь? На улице. Я просто слушаю, где ты? Вы меня не найдете, я очень... Я найду тебя. Нет, честно, я скажу, это та серия, где реально хочу именно найти всех. У меня ты в жизни не найдешь. Да вы так говорите, потому что. У меня есть секретное оружие. Не хотел вам за него говорить, но оно у меня есть. Сейчас я позову очень злого аниматроника. О, вот его режим. Погнали, просто бежим и по улице. И чекаем все. Во-первых, надо что? Пробежать по периметру карты. Это очень важно. Ты Бонни взял, да? Да, я взял Бонни. Слышь, я могу тебя поломать? А, это фонарик вонючий. Отлично. О, да, о да, о да. Я последний.
Отлично, отлично. Сейчас. Надо искать по всему периметру. Все, можете использовать оружие. Не давать мне найти самых последних. Вот кого я нашел, можете использовать оружие. Кого не нашел, ждите меня от своей смерти. Я иду к вам. Давайте тогда возьмем. У нас еще есть... Подождите, у нас есть... Вот мой любимчик. Это мой любимчик, который я всегда люблю брать на серии. Он очень быстрый. И находит всех. Извини, чувак. Я знаю, я нашел многих уже. О, да ладно. А я пока... Да, летай, летай. Я иду за твоей шмертью. Кто сейчас летает по карте, можете посмотреть здесь. Ты на дереве, может, сидишь? Нет, на дерево я не хочу залазить, там очень чисто. Палевно, да? Я на улице и сижу возле машин. Короче, тут есть гараж, я сверху не увижу. Ты должен догадаться, это где. Ты просто палишь это место и поэтому говоришь. Да, я палю это место, ты должен догадаться, где я стою. О, я вижу, там кто-то бегает издалека. Димас, я дам тебе подсказку, я сижу в доме, в каком-то из домов. А, хорошо. Тут есть комната. Вот вам звук конченый. Давайте просто чекаем все дома. Ускоряемся со всей силы, насколько... Извините, пацаны. Обстоятельства. О, вот! Вот сюда. Я вижу тут гараж и дома два. И два дома. Тут очень много машин. Где я вообще стою? Можете догадаться. Ты вообще офигел? Я реально не могу тебя найти, но придется. Я сейчас просто карту буду лететь. Всю. Нет, не надо, читай меня, надо играть. А как это не надо, если я не могу вас найти? Как? Что будет с теми, кто не поставит лайк и не подпишется? И всем удачи, и всем пока. Сейчас будет. Эй, моя бомба впервые взорвалась. Капец, вот это взрыв. Ой-ой-ой. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк по ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.